Уложить соперника на лопатки старались юные борцы на соревнованиях в Ульяновске. В преддверии Дня защитника Отечества провели турнир по вольной борьбе. С решимостью и боевым настроем борцы показывают свои навыки в схватках. Захватами, бросками и переворотами спортсмены атакуют оппонентов, чтобы у тех не осталось шансов вырваться. Кто-то из парней уже с опытом, а кто-то только начал делать первые шаги на пути к спортивному успеху. В основном здесь не уровень, а любовь к нашему виду спорта. Ребят, постараемся видеть, у кого более она, глаза горят, кто более старается, естественно, у тех результаты в дальнейшем появляются. Турнир является традиционным и посвящен памяти героев Отечества. Кроме этого, в рамках федеральной акции «Лица героев» в спортивной школе торжественно открыли стену памяти героя России Дмитрия Разумовского. Этот проект направлен на формирование военно-патриотического воспитания у детей и молодежи. Те юные спортсмены, наши подрастающие поколения детей, которые занимаются спортом, растим, воспитываем их дух. Силу к воле, победе. Сильная нация – это сильная Россия, поэтому они наше подрастающее поколение, которые должны дальше жить в России под мирным небом. Спорт является инструментом патриотического воспитания детей, поскольку в процессе занятий у подрастающих поколений формируются важные ценности.